друзья, всем добрый день, всем добрый час, друзья. С вами компания Арбатомс, город Мерсин. Очень важный гость, мэр, район, Мизитли и Теджи, друзья, с вами. Evet tabii söylediklerinizin hepsi doğru. Elbette yani belediye olarak yapılacaklar var. Bizim Mezitli Belediyesi olarak. Друзья, всем добрый день, всем добрый час, друзья. С вами компания Арбатомс, город Мерсин, друзья. Уникальный город и семейный город сегодня с вами будет. Но сегодня у нас с вами не обзор, друзья. Сегодня у нас с вами очень важный гость, мэр, район, Мезитли и Теджи, друзья, с вами будет. Будем обсуждать развитие. Мерсин, друзья, будем обсуждать дальше, впереди у нас, что ждет в Мерсине, друзья. Давно я этой встречи ждал, и теперь будем обсуждать. Если у вас тоже есть вопросы, друзья, под видео тоже можете задавать свои вопросы, и мы с вами можем решать вот такие вопросы, особенно кто собирается жить в Мерсине, друзья. Действительно, друзья, еще раз повторяю, Мерсин – это инвестиционный город. Если вы хотите сейчас вложить свои деньги в Мерсине, как раз в такое время, друзья, недвижимость очень доступная, друзья, и жизнь очень дешево, свежий, натуральный овощи, фрукты ждет вас, и особенно здесь пляжи очень красивые. Мерсин – уникальный город, друзья, который моя родина, друзья. Сейчас с вами будем поговорить, общаться. Какие вопросы есть, друзья, можете задавать, под видео напишите. И мои контакты тоже под видео, друзья, если индивидуально, если ко мне есть какой-то вопрос, я всегда с вами на связи. Теперь, Merhaba. Насылсınız? Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun, buyurun. Снова здравствуйте. Давно хотел с вами познакомиться, давно хотел вас видеть и с вами репортаж делать. Очень приятно, что познакомились. И сейчас я для вас подготовил 6 вопросов, хочу вам задавать. Я про вас много читал, ваши биографии читал. И я сам из Мерсина, из перегород Сливки, поэтому мне тоже интересно с вами общаться. У нас 3 офиса есть, из них один офис в Мерсине, в районе Теджи открывали. Давно я хотел в своей родине работать, для своей родины что-то делать. И теперь тот момент пришел, я для своей родины теперь много что-то делаю. Из этого я тоже очень-очень рад. Мерсин мы рекламируем очень много разных мест, Казахстан, Украина, Россия. И, конечно, один, как один человек, не хватает, что рекламировать Мерсин. Конечно, в этом плане для вас очень большую роль есть, как мэр район Мезитли. Хочу первый вопрос задавать для Мерсина. По поводу аэропорта Чукурова. Сейчас в каком этапе и у нас что ожидается в ближайшее время? Да, конечно. Все, что вы сказали, верно. Есть вещи, которые может осуществить наш районный муниципалитет, а также городской муниципалитет Мерсина и правительство страны. Что-то мы можем сделать все вместе. Более того, у нас есть возможность работать при содействии всего Средиземноморского региона. Район Чукурова, как вы знаете, относится к этому региону. Если брать в целом регионы с торгово-промышленными центрами, давайте начнем со Стамбула, далее Измир, Анталия, Бугла, Мерсин, Адана, Хатай и даже Газиантеп. И далее арабские страны. Наша география такова, что эти регионы с юга омываются морем,
севера окружены Таврскими горами. Я думаю, вы задали этот вопрос, потому что он очень важен для туризма, в том числе для авиаперелетов, важнейшего вида туристического транспорта. Новый аэропорт связывает Адану и Мерсин. По сравнению с аэропортом города Адана, новый находится на границе с провинцией Мерсин. Согласно утверждениям правительства, он будет открыт в 2022 году. Особенность этого аэропорта заключается в том, что у него есть свое железнодорожное сообщение. То есть аэропорт будет иметь большое значение для грузовых перевозок. Кроме того, благодаря новой трассе на 10-15 минут сокращается расстояние между нами и Аданой. Поэтому добираться из Аданы можно быстрее. Насколько я знаю, что аэропорт Мерсин Чукурова – это самый большой второй аэропорт будет в Турции. Большой аэропорт будет, поэтому, конечно, долго будет строить. Это нормально. Эти вопросы не только я сам спрашиваю, мои зрители, гости, иностранцы, гости спрашивают, поэтому я здесь как мост. Поэтому первый вопрос я это подготовил. Люди прилетают через Истанбул, аэропорт Адана. Да, здесь нужно отметить, что отношения между региональными органами власти и правительством страны имеют важное значение. Этот вопрос мне часто задают гости из России и Украины, приезжающие в наш регион. Для них важно, чтобы было прямое сообщение между Стамбулом и Мерсином. И они вправе ожидать для себя удобного и комфортного транспорта, равно как и для нас, для Мерсина. Строительство аэропорта означает рост туризма, а также и для Аданы, для провинции Хатай, Газиантеп. Туризм будет развиваться по всему региону, поэтому мы намерены убедить центральное правительство ускорить строительство аэропорта. Друзья, еще раз напоминаю, мы сейчас находимся в город Мерсин, район Мезитли, район Мезитли с вами, друзья. Так что продолжаем общаться, продолжаем разные вопросы задавать для развития город Мерсин, друзья. Город Мерсин из-за своего географического расположения очень хорошо, важное место находится. Как вы сказали, очень хорошее место находится город Мерсин, не только географическое расположение хорошо, еще богатые исторические места много. Но в Мерсине есть некоторые вещи не хватает. Это я сам наблюдаю, смотрю, некоторые вещи здесь не хватает. По поводу пляжей, есть в ближайшее время какие-то планы, мерсинские пляжи, что ожидает нас? Конечно же, пляжи – это неотъемлемая часть туризма, как береговая линия, так и водная. Но я хотел бы заметить кое-что еще по поводу туризма. Вернемся к пляжам немного позже. Я рассматриваю туризм с точки зрения регионального уровня. Если мы возьмем провинции Газиантеп, Хатай, такие города, как Адана, Мерсин, Тарсус, включая наш Мезитли, у нас за плечами 3000 лет истории. Здесь жили греки, римляне, и, несомненно, у нас богатое культурное наследие. Во-вторых, как я уже сказал, у нас за спиной Таврские горы. За 20-25 минут вы можете попасть на высоту 1700 метров. И там снег. В горах есть инфраструктура для туристов. Я говорю об этом, потому что люди приезжают сюда не только ради пляжей и моря. Хотя, конечно, они в приоритете.
Но также рядом с пляжем туристы могут увидеть исторические достопримечательности, подняться в горы, где прохладный воздух. В плане гастрономии особенно славятся Хатай и Газиантеп. Но и наши города Тарсус и Мерсин не менее важные точки на карте для привлечения гастрономического туризма. Туристы могут познакомиться с местной кухней, и это тоже важно. Загрязнение моря сейчас крупная мировая проблема. Даже если мы решим проблему с очисткой моря в Турции и в Мерсине, этого будет недостаточно. Все зависит от наших соседей. В Средиземноморье, начиная с Северной Африки, Ливана и до Греции и Италии, все должны участвовать в решении этой проблемы, так как причина загрязнения морской воды – это проблема не только местного назначения, она глобальна для всех стран морского региона. Начинается все с крупных судов. Они подходят ближе к берегу и производят выбросы отходов в открытое море. Чтобы не платить пошлину в порту, кроме того, некоторые производства в индустриальных районах города и даже жилые комплексы сбрасывают грязную воду в море. Все потому, что предприятия в некоторых муниципалитетах не оснащены очистными сооружениями. В районе Мезетли нет подобных производств. Это не индустриальный, а жилой район для среднего класса. У людей, живущих здесь, уровень образования и доход и средний выше, чем по Турции. И учитывая то, что в наших жилых комплексах установлены очистные сооружения, в нашем районе нет проблем с грязными пляжами. Море здесь чистое. Это единственное место в центре Мерсина, где можно плавать в прозрачной воде. Мы сейчас говорим о 15 километрах чистого пляжа, где вы можете плавать в прозрачной воде. Сейчас наша приоритетная задача – получить голубой флаг, который является показателем стандарта качества пляжей. Мы постоянно берем пробы воды, поэтому море здесь совершенно безопасное. В этом смысле, как только соседние провинции и страны предпримут все меры по прекращению загрязнения поверхности воды в море, автоматически станет чище и вода на пляжах Мерсина. Таким образом, постепенно наша береговая линия будет все привлекательнее для туристов. Кроме того, да, глобальное потепление – это реальность, но хочу сказать, что здесь вы по-прежнему можете искупаться в море и через 20 минут оказаться на заснеженных горах. Это редкое сочетание, которое вы мало где встретите. Спасибо большое. Друзья, с вами Нешет Тархан, господин Нешет Тархан, и рассказывает про развитие город Мерсин. Господин Нешет, если мы смотрим статистики последние два года, очень много иностранцев начали покупать недвижимость в Мерсине. Я сам занимаюсь недвижимостью, особенно район Мезетли, Теджи, Тёмик, Арпачбашиш. В этой районе больше всего покупают иностранцы. Как вы думаете, какая причина? Согласно официальной информации правительства Турции, в 2020 году район Мезетли вышел на первое место по продаже жилой недвижимости. На втором месте Бодрум, на третьем Эдремит. Почему так произошло? Во-первых, Мезетли стал первым районом, который выполнил план развития по застройке жилья. В каждом районе есть свой план развития, и у нас есть разрешение на легальное строительство в любой части Мезетли. Все потому, что мы уделяем внимание качеству жилой инфраструктуры на первоначальном этапе строительства. То есть у нас нет проблем с канализационной или с питьевой системой.
В наших домах вы можете пить воду из крана. Нет нужды покупать бутилированную. Здесь проживают люди с высшим образованием. И благодаря высокому социальному и культурному уровню жизни, прекрасному климату, благодаря морю и пляжам и приемлемым ценам на жилье, мы выигрываем конкуренцию с таким туристическим регионом, как Анталия и Мугла. Bölgemizde kanalizasyon sorunu yok. Her yerde kanalizasyon ve içme suyu hattımız var. Oldukça şehir suyu kaliteli şekilde çeşmelerden su içebiliyorsunuz. Evet. Her vatandaş. Ayrıca bir su almasına gerek yok. Plan var. Altyapısı tamamlanmış. Ulaşımıyla tamamlanmış. Entelektüel, eğitim düzeyi yüksek insanlar oturduğu için belediye de bunlara dönük sosyal, kültürel üst yapıyı da yaptığı zaman tabii ki güzel bir tablo ortaya çıkıyor. İklim güzel, denizi güzel, kumsalı güzel. Fiyatlar göreceli olarak Antalya, Muğla'nın turistik bölgelerine göre elbette ki burada daha uygun. Например, в Мармарисе вам придется заплатить 3 миллиона за покупку жилья, где не будет далеко от моря. Однако здесь вы можете заплатить меньше, при этом наслаждаться видом моря из окна своей квартиры. Благодаря этому к нам приезжают как турецкие, так и иностранные туристы. Я полагаю, что еще одна причина нашей конкурентоспособности в том, что другие туристические города слишком шумные и густозаселенные. Туристы, которые приезжают к нам на отдых, особенно определенного возраста, выбирают места, где меньше людей и больше комфорта. Наш район спокойный и более привлекательный для тех, кто устал от городского шума. В Мезетли живет много пенсионеров. Если кто-нибудь спросит меня дать описание Мезетли, я бы назвал его местом для людей, выбирающих спокойную и размеренную жизнь. Они заботятся об окружающей среде, любят неспешный темп. Полагаю, что у иностранцев, приезжающих к нам, подобные приоритеты в жизни. Добавьте к этому доступные цены и широкое предложение жилья. Olan arkadaşlardır. Tabii bir de ekonomik olarak da daha uygun fiyatla konut sahibi olmalarıdır. Я часто общаюсь с иностранцами, поэтому вот эти вопросы не только мои вопросы, это их вопросы тоже. И некоторые меня спрашивают по поводу пейзажей, не хватает, по поводу канализации, проблемы в некоторых районах. Потом даже есть некоторые иностранцы, не покупают одноквартиры. Некоторые места не хватает пейзажей, некоторые места есть по поводу канализации проблема. Это мне тоже спрашивают. Еще некоторые иностранцы покупают не одну квартиру, несколько квартир покупают как инвестор. И они жалуются, что опаздывают разрешение. Застройщики разрешение получают позже, чем обещают. И разрешение получать, это зависит от вас. Что вы думаете про эту проблему? Neden halen ruhsatların çıkışında sorun yaşanıyor diye soruyorlar bana zaman. Конечно, это касается Теджи. Это самый западный район Мезетли и менее развиты по инфраструктуре, по сравнению с другими. Мэрия Мезетли решила разделить всю территорию на три сектора – центральный, восточный, там находятся офисы и здания органов местной власти, а также сектор возле автомагистрали, где находится Теджи и западная окраина. Мы планируем развивать инфраструктуру западного сектора. Согласно плану развития, Теджи был последним в списке. Жители Теджи подавали судебные иски. Они с нетерпением ждут реализации нашего проекта развития. Суд будет в понедельник, и мы получим все решения на следующей неделе.
Очень скоро Теджи станет районом с самой развитой инфраструктурой. На недвижимость в Теджи уже сейчас большой спрос, еще и потому, что его стимулируют иностранные инвесторы. Önümüzdeki hafta bunların hepsi ruhsatını almış olacak. Bu planı bekliyorlar. Ve hızla bu ruhsatlı inşaatlar başlayacak. En fazla bizim bölgede şu anda önümüzdeki haftadan itibaren inşaatın yapılacağı bölge Tece bölgesi. En çok talep gören yabancılardan. Запрос на тип жилья резко изменился. Раньше квартиры типа 1+1 не пользовались спросом. Раньше в нашей стране не было такого интереса к маленьким квартирам. Это были либо квартиры 5+1 или 4+1. Позже турецкие стандарты сменились на 3+1. Однако из-за иностранных семей, где, например, два супруга и может быть один ребенок, мы запустили проекты жилых районов 1+1. И девелоперы подстроились под этот новый тренд. В том числе в районе Теджи. Таков ответ на сегодняшний запрос покупателей. Здания строятся учетом стойкости к землетрясениям. Во всей новой застройке, конечно же, применяются современные технологии сейсмостойкости. Что касается благоустройства придомовой территории, зеленых насаждений вокруг, согласен, что здесь не все благополучно. В одном из крупнейших проектов, которым занимается строительная компания Токи в Теджи, а это 76 тысяч гектар на берегу моря, будет разбит зеленый парк и создана спортивная инфраструктура. Более того, сейчас все пляжи в Мезетли находятся в ведении Министерства финансов Турции. И мы подали заявку взять их в аренду. Ответ будет известен в скором времени. Тогда мы сможем представить новый проект. После утверждения построим и модернизируем прогулочные велосипедные дорожки. Создадим подсветку вместо для отдыха. Души и туалеты на пляжах. Aydınlatmasını modern bir aydınlatma yapacağız. Oturma yerleri, duşları, tuvaletleri. Да, по всему Мезетли. Начнем мы с района Теджи. Пляж будет очень красивым. Чистый песок, чистая вода в море, хорошее освещение, красивые зеленые парки и спортплощадки. И, конечно же, я хотел бы пригласить всех посетить это замечательное место. Те, кто приедете сюда, жители отдыхать, не будут разочарованы. Находиться на пляже можно будет круглые сутки. И, конечно же, сюда можно включить особые условия, которые легкодоступны и типичные в Турции. Я хочу рассказать вам небольшую историю. Недавно у нас была группа из России, Казахстана и Украины. Один из друзей сказал, что хочет порыбачить с удочкой, и спросил меня, где можно получить разрешение. Я ответил, что в Турции для этого не нужны документы. В любое время вы можете рыбачить в море, когда захотите. Ему это очень понравилось. Хорошо иметь возможность заниматься на отдыхе рыбалкой. Замечу, что в Мерсине и в Мезетли все привыкли к иностранцам, потому что здесь исторически жили и живут представители разных религий – католики, православные, представители различных этнических групп. В Мерсине есть католический и православный храм. В Теджи жители выражают желание иметь такие же культовые сооружения. Мы внесем строительство в наш стратегический план развития, если в нем будет заинтересована значительная часть населения. Друзья, еще раз всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. С вами компания Arbotoms и город Мерсин. Друзья, последние вопросы задаем и потом будем попрощаться, друзья. Так что
Мы все знаем, что Мерсин очень красивый город, природа очень красивая, очень богатые исторические места, поэтому город Мерсин очень важный. Точка находится. Итак, следующий вопрос. Насколько помогает туризм в развитии экономики в городе Мерсин? Да, вы, возможно, знаете, что Мерсин – второй крупнейший порт в Турции. В Мерсине сейчас продолжается второй крупномасштабный девелоперский проект постройки аэропорта и скоростной железной дороги. Прежде всего, над проектом работают Адана и Мерсин. Мы находимся недалеко от стран Ближнего Востока и в условиях глобализации. Мир кажется небольшим и доступным. У нас тесные экономические отношения с Ближним Востоком. Экономические связи помогают осуществлять транспортировку товаров из Китая в США. Как вы сказали в начале интервью, транспорт и перевозки – одни из важнейших экономических составляющих региона. Мы больше не смотрим на Анталию как на отдаленную часть света. Сейчас перед нами две задачи. Первая – это дорога в Анамур, самый западный город нашей провинции. Благодаря строительству тоннелей турецкие и иностранные туристы смогут легко и быстро добраться из Мерсина в Анталию. Вторая задача. Из центра Мерсина, а также через Адану и Анкару, будет проложена трасса в провинцию Ташуджу. Мы собираемся строить часть этой трассы. Таким образом, страны Ближнего Востока будут тоже иметь доступ в Мерсин, доступ к нашим зонам отдыха и к морю. В нашем регионе очень хорошо развита логистика. Логистический сектор – один из главных в экономике Мерсина, и он достаточно успешен. Кроме того, важной экономической составляющей является морская торговля, выращивание бобовых культур. Мы одна из главных провинций по выращиванию цитрусовых. Учитывая эти обстоятельства, нам необходимо вывести экономику на более высокий уровень. В условиях глобального мира, где широко используются международные инвестиции, не стоит смотреть на туризм однобоко. Экономика неразрывно связана с туризмом. В нашем экономическом регионе Россия является приоритетным направлением. Наше правительство всегда серьезно относилось к логистическим связям с Россией. Россия и страны СНГ очень важны для экспортеров из Мерсина. Когда отношения между этими странами станут крепче, я думаю, что туристический сектор тоже выиграет. Конечно же, демократизация стран напрямую связана с экономическим развитием. Если внутри страны есть свобода и демократия, я уверен, что и отношения с соседними странами улучшатся. Это положительно скажется и на туризме. Для Турции туризм – это прибыльный сектор экономики. Мы должны это признать. Туризм – это отрасль, которая не загрязняет окружающую среду, при этом приносит прибыль. Также, как и сейчас, туристы приезжают к нам из России, Молдовы, Украины и Казахстана. Я мечтаю, что и отсюда туристы поедут в Россию и страны СНГ. Туризм должен работать в обе стороны. В первую очередь мы должны укреплять культурные связи между людьми, даже если у них разные языки и религии. В этом смысле туризм имеет большое значение. В экономическом аспекте мы двигаемся вперед, но мы не можем делать это в одиночку. Нам необходимо действовать совместно, наладить тесные отношения в вопросах торговли, отношения между органами местного управления. Такие компании, как ваша, могут этому помочь, организуя дружественные встречи. У нас всегда были близкие исторические связи с Россией. Мустафа Кемаль Ататюрк, создатель Турецкой Республики, был лидером, сумевшим построить хорошие отношения с Россией. Сегодня нам нужно продолжить работать над укреплением отношений. Нет никаких причин, которые могут помешать этому процессу. К сожалению, иногда слаженные движения тормозятся. В таких случаях люди, как мы с вами, должны его восстанавливать.
desteğiyle, belki böyle ortak gruplarla, ziyaretlerle, hatta ortak tarihte bu kadar yakın olmamıza rağmen, siz de bilirsiniz bizim için Mustafa Kemal Atatürk çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur ve tarihte incelerseniz Rusya ile çok yakın ilişkileri olan bir lider. Tarihi liderdir. Rusya ile bizim oldukça geçmişe dayanan tarihte yakın ilişkilerimiz olmuştur. Bunu bugüne taşımamız gerekir, güçlendirmemiz gerekir. Bunun için aslında çok fazla bir olumsuz neden yok. Ama maalesef işte bazı kopukluklar oluyor zaman zaman. İşte sizler, bizler bunu onarmamız gerekiyor beraber. Конечно, для наш город Мерсин самый большой роль это вам, потому что мы здесь простые люди, от нас что нужно мы деляем, но все равно для развития город Мерсин много что-то зависит от вас. Спасибо вам. Для нас иностранные граждане, живущие в Мерсине, уже давно стали местными жителями. Вы и наши граждане тоже. Можете позвонить мне в любое время дня и высказать свои просьбы и пожелания. Мы не хотим, чтобы вы чувствовали себя некомфортно. Передайте это, пожалуйста, всем. И расскажите, что у нас можно круглый год купаться в море, наслаждаться природой, культурой, качественными продуктами сельского хозяйства. Ситуация пандемии сделала популярным индивидуальное жилье. Я знаю, что туристы сейчас с удовольствием выбирают проживание в своем доме, с садом, со свежими овощами и фруктами. Эта тенденция продолжится. Я уверен, все прибывающие к нам будут довольны. Неважно, откуда вы, из России, Молдовы, Украины и Казахстана. Я в первую очередь упоминаю представителей этих стран, потому что они уже живут здесь. Мы приглашаем всех, и мы все будем хорошими соседями. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, с вами был господин Neşet Tarhan, друзья, мэр район Мезетли. Все наши вопросы ответил ему отдельно большое спасибо, друзья. Так что, друзья, как он говорил, если есть у вас какой-то вопрос, можете к нам обращаться, кто живет или собирается жить в Мерсине, возле Средиземного моря, друзья. Ждем вас. Всем удачи, друзья. Пока-пока.